Всем привет, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Вчера ко мне приезжал мой старый давний друг и знакомый владелец канала «Сельское подворье на Урале». Заехал ко мне в гости на чаек и угостил меня замечательной и вкусной рыбкой. Рыбка под названием сырок. Я ее не стал вчера жарить, варить, там парить, и решил ее покоптить. Она была слегка соленая, я еще ее немного подсолил и сейчас вот разложу на решеточку, она немного подвялится и потом будем коптить ее. Друзья, рекомендую вам подписаться на канал Сергея «Сельское подворье на Урале», ссылочку я оставлю в описании. Отличный канал, много технических решений для сельской деревенской жизни. Очень грамотный человек, и, соответственно, ролики у него тоже очень такие познавательные, очень полезные. Советую подписаться, ссылочку оставлю внизу в описании. И вот сейчас я разложу нашу рыбку и буду коптить ее при температуре где-то 50-55 градусов, может 55-60 градусов, наверное, буду коптить ее на протяжении там пару часов, дольше смысла не имеет. Рыбка уже практически готова, надо, чтобы только она пропиталась дымком, и в принципе сырок — это очень нежная такая рыба, с ней надо аккуратно. Ни разу не коптил, ну попробуем, что получится. Надеюсь, будет вкусно. Сейчас разложу наших карасиков, чтобы они у нас подветрили немножечко. Вкуснятина. Так, вот рыбку выложил. Сейчас она под вентилятором у нас полежит, немного подветрится, подвялится. Слизь с нее немного стекет. Промывать ее не стал, потому что солит совсем немножко. Пускай она будет такая немножко солененькая, но она не будет солененькая, потому что солил совсем мало. Будет вкусная она, пусть обтекает. Коптить буду я ее вот на таких решеточках, не подвешивать, потому что рыбка слабая, может оторваться и упасть от температуры. А вот тут на решеточке ее разложу и пускай она у меня коптится. Ну, все, продолжим далее. Вот, хорошо разработалось. Сейчас четко дымит. Ух, красота. Сырок получится отменный. Так, наш сырок подвялился. Немножечко подсох. Вся эта слизь у него высохла. Сейчас я выложу его на решеточку. Наша коптилка уже в боевой готовности, разогревается, уже дым пошел. Все, сейчас буду выкладывать. Рыбку выкладываю на сеточки. На решеточки. Сырок копченый, это, блин, это вообще, это супер, это вкусно. Магазины, покупал магазины, пробовал, вкусно, домашний еще не пробовал. Сейчас испытаем и съедим его. В принципе, достаточно одной решеточки. Войти хватает. Я на всякий случай сделал две. Положим на одну. Дым перестал идти. Мок разожгем еще. Хорошенько.
пошел. Копчу на сборной щепе яблоня, бук, ольха и ясень. Да. Вот такая вот она. Вот такая вот была собранная щепа. Будем на ней коптить. Уже пробовал коптиться хорошо. Я коптил леща на этой щепе. Офигенно. Вроде разошлось. Все, закрываем. Коптить буду при температуре 55-60 градусов. 2 часа где-то, может 2,5. Ну, посмотрю по готовности. Много этой рыбе не надо. Это очень нежная рыба. Очень быстро должна она приготовиться. А потом будем пробовать. Должно быть вкусно. А запах, ребята, неописуемый идет. Спасибо, дружище Сергей, за то, что угостил такой вкусной рыбкой. Уважил вообще офигенно. Вот закоптилась наш сырок. Получился он горячего копчения. Коптился примерно где-то около 3 часов при температуре 60 градусов. Вообще получился четкий. Такой ароматный, это вообще с ума сойти. Я не знаю, я сейчас на камеру не буду, конечно, это дегустировать. Я уже попробовал. Это реально вкусно. Вот то, что я подсолил немножко, это вообще четко соль проникла внутрь. Все просолилось, а брюшко вообще это вообще изумительно. Она жирненькая такое и вообще с ума сойти. Ну вот, друзья, сейчас мы будем пробовать нашего сырка копченого. Вам я желаю всем добра. Обязательно подпишитесь на канал Сергея. Ссылочка внизу в описании. Всем до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Вообще офигеть, как сырочек свежий. Вчера был только свежий. Он ночку только просолился. И, блин, вообще. У меня слюна ручьем аж бежит. Так это вкусно выглядит. Офигеть. Ну все, всем пока. Не буду вас томить. И себя тоже.